Стасик, встань возле молодой, посмотрим, как ты на свадьбе будешь смотреться. Вот. Сейчас не видно. Всем сумот. Точно. Ты. А что? Бутыны. Роберт! На сапогах. Как два пальца об асфальт. Оба! Раз, два, три, четыре! На фото не наступи! На фото не! Говори, что думаешь. Šiandien pas mus Gerdas ir Roberto vestuvės. Turėtų būti linksmai pasteidžios, nes su mumis yra Stanislavas, Povilas ir Danielis. Добре. Как ты удрал все? Да, ловим его рано. Ты зафильмовываешь команда DC, кто знает про свой. Зафильмуется команда. Давай пожары поднимем. Ярослав, Черноборский ассистент, вечный ассистент. Вечный ассистент. Он за деньги. Да, это ассистент. И дорогу бежишь? Ну так, 35 и пожар. А ассистентки, какие можно тебе подпензать? А? Какие ассистентки? Я лимит? С одной только работаю. А, только с одной работаешь? Постоянно. Сработался. Yeah. Я сработался, все. Инструмент не меняет. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Отлично, вот опан моды. Так, тут всех снимаем до, как выглядят, свеженькие все. Сейчас пока. Потом вечером будете снимать. Потом после, да. Когда же бал закончится. А вы уже тут, а вы почти уже начали праздник. Что нам? Я думаю, так тихо где-то пропались. Холостым, холостым грамуля для приличия. Холостым не женатым. Для фокуса, для фокуса. Еще пока что не женатый и холостый. Ну, вот с музыкантом, так что мы спокойно, что все хорошо будет. Сейчас идем молодую, оденем. По-другому и девки. И до нас там уже якобы. Ну, не вен. То ассистентка. Вы, а почему вас называют наилучшей ассистенткой в Айдоте? Опытная. Опытный пробьешь. Опытно. Все опытные. Фотограф опытный. Ассистентка. Кишки по посчитам. По. И апсикабинки ты их. Апкабинка перлемени и ты корчу вейдукас. Ir gal rankytas jūs irgi kaip nors pakelti, kad būtų taip, nu, dabar gražu, taip, pusė žingsnio atgal. Mama atrodo nelaiminga, nenori atiduot. Taip tokį grožį, jas norėtų atiduot. Taip, posė. Tak, o tai? Pravilnai, strogai, v mėru. Tak, negadai, nada v našo žizmį. Vot, mašiny priekali. Сегодня только Мерседесы. Спасибо. Так, мы машины снимаем. Стасик, гелики лучше или Мерседесы? Да, плава. Стасик, встань возле молодой, посмотрим, как ты на свадьбе будешь смотреться. Вот. Сейчас не видно. Отлично. Мы просто притягиваем. Ну. Белое платье, да? Да, может. Впереди будешь идти, хорошо? Нет. Идем. Если крейт посиди сейчас, вязьте сейчас сабо с ужадетами. Gerda, ar esi rimtai apgalvojusi, nieko neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinio? Taip.
да, девушки, нельзя достать. Готовы. Танька, где тебе лучше? Здесь пускать слово или внизу? Внизу. Внизу? Так. Galvaškai, ai, tikrinau, tikrinau. O kanelis tikrinau? Tikrinau. Ai, šiandien kanelį netikrinau, bet makarūnus jis tikrinau. Galvojimo, kad patikrinsim. Pasitikėti jums ar pačiam patikrinau? Pačiam patikrinau. Taip sakome, niekom netikėk, o tikrink pats. Taip. Dėmūtis jau blisko, patoklausiu. Ona udalė, pašaibu. A, krūta, to zavšu umė, tak vėti šitą faktą. Не, там игра нажала. Жоб нос был вейкиш, а вот так вот снимать. Вот. А то удали. Не надо мой нос тоже снимать. Нет, так девушка, если красивая, она все красиво у нее. А, и нос тоже красивый, да? Но спасибо. Ну а как может быть? Как боженька дала. Все девушки красивые. Когда хорошие. Когда хорошие и красивые? Разозли любую девушку, так уже вся красота падает так сразу. Вот я не соглашусь, вы спроси вот у этого моего. У этого. Мне кажется, он меня специально злит. Мне кажется, ему больше нравится, когда я злая. Да? Может быть? Он любит страдать просто. Моего сожителя спросите. Сугуловаса. Сугуловаса, да. І питання, чи варто виходити заміж? Варто. Які плюси? Плюси ці? То, що ти в житті, по житті йдеш не один. Це найбільший плюс. То, що зараз один другого, свою вторую половинку знайти, це дуже складно. І дуже добре, жінка себе дуже захищено відчуває, коли вот, правда знаходить свою іскру любов. А як знайти половинку? Як знайти половинку, а це вже... Где вы нашли половинку? Где я нашла половинку? Нас, наверное, жизнь вела. Жизнь вела, и мы сами как-то так нашли один другого, да. Мне кажется, кто... Не то, что кто ищет, находит. Мы, наверное, не то, что не искали. Тут как-то так полюса сошлись. Спасибо. Так стоит жениться? В общем, стоит, как бы, да? Стоит. Обязательно. Хорошо. Окей. Так. О, там у меня носибода будет шмона. О, то нори. Нори ищи такие, или не нори? Нори. Нори? Я тоже беру слушать. Лабай? Окей, тава нумилетинец не посетишь, да? Не. Про скатеньки. Та я вот чай, я был видео с катеринимас. То я посакиси, о, давай пожурим бэкстейджи, каста не давал. О, да, давай. Вот мы видим, как девушка делала себе фотки на Facebook. Запечатлели сразу. Давайте по шампанскому. А мы не ЛСД закинули только. А, не мешает. Собьет, но. Голова потом болит до конца. Лудняки, да. Ванну. А, jūs ištikėjusi ar ne? Ištikėjusi. Ar verta toktis kito mergino pasakyti? Verta. Nuostabu. Kokie pliusai? Viskas tik tai geriau. O kas pasikeitė, kai jūs buvot laisva ir kai jūs... Praktiškai nieko, tik tai daugiau meilės atsirado. Taip. Tai visiems siūlote... Toktis. Taip. Ačiū. Būtinai. Reklama apie nusotą iš Zirpykščio sąskaitą. Ačiū, привет. Когда был твой первый раз? Какой? Как ты ассистенткой стал? Она уточнила, какой. Когда ты первый раз? В 16-м году. В 16-м году первый раз? Да, в 16-м году. Первый раз. А когда ассистенткой? В 16-м году. Мы всегда, мы рекордсмены, мы работаем над этим всегда. Мы всегда... Это ваше. Это наше, да. Свои праздники. Ну и все. Где вас найти можно, скажите, для потенциальных заказчиков? На какой платформе вы рекламируете свои услуги? Пажинте секс-секс? Нет. На Ютубе. На Ютубе? Конечно. Самое лучшее. Или в Инстаграме. Так, ребята, серьезные разговоры ведут. Мы, наверное, снимать надо будет. А это может щелкивать? Может и щелкивать, я не знаю, как он разбирается. Скажем, пускай сейчас перекусят. Ты кто, долбоеб? Нет. Маску поправь, Даня, за окно.
Я тиктокер. Я не лох, я тиктокер. Что тут у нас сегодня? Всю ночь ассистентки готовили нам... Угощаетесь, да? Ассистенты спали всю ночь. Ассистентки меня там просыпаются на волосы. Что там? Микро. А, бля. Это типа это разросся? Кольцо одевал. Кольцо одевал. Отужил. Нет, это видно где-то. Может, так и просто сложно. Так где ж такое перекачанное малое, ты знаешь? Может, блядь, я положу твой... На станции бесело бы. Знал бы ты, чем качается этот хлопец. Вопросов не задавал бы. Чек Дэниелсон? Чек Дэниелсон накачавшийся. Спирта. А теки шок ты. Шок ты. Тикток. Хотите покушать? Так мы на всех взяли. Запрошу. Держи! 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 Потом возьмете в салон себе. Она вдруг выскочит. О! О! Видно, мастер. Ну, ё-моё. Глаза боятся, руки делают. Drinks to the left. Ага. Drinks to the right. What? I fall for a girl, I fall for a guy. Плачу на техно. Так, давай, плачу на техно, типа, в техно-стиле. Да. Можем сделать тоже такой сегодня? Давай. О! Оба! Налетай! Семейная песня сватов. Поберите, поснимайте сами свой семейный клип. Ты в голоплате. Опустил глаза, но я вижу, я знаю, о чем ты молчишь, не скажешь. Да. Сват, как настрой? Не за Марс? Колонку понесет, если за Марс. Так. У нас нет замерзли. А что засмущался? Я хотел бы подойти, обнять тебя крепко, сказать, прости, малышка, серьезно. Я хотел бы не смог, и походу сейчас уже поздно. Ты не плачь, не зови меня. Роберт! Я не твой, и ты не мой. Улетай. Он свою песню семейную ищет. Ты свободная. Вот уже в рабство попал молодой. Все уже. Да, уже вот начинается работаю. Будни. Ну да, работа пошла. Жалко, что свадьба один раз. Так бы каждый день носил. Можно было придумать. Мы там не один. Так ты слышал, что я сказала? Жалко, что свадьба один раз в году. Потом годовщина. Ты можешь, в принципе, каждый год праздновать? В принципе, да. Даешь им платье, ходят сзади, ну. Платье. Я ее встречаю в Оланда. О, есть давняша. Я побожничусь. Танцаю. О, жерёги подыхают, ребята. Каву бьют, говорит. Еще и кава им захотелось, и эклер им, да, и, короче, пришли тут. На солнце стоят, не согреются. А я уже одел куртку. Все, лучше тоже. Правильно. Да. Все, закончили фотосессию. Все довольны. Я не хочу никого ставить в нашу.
где слова знаешь? Наших ног. Вот так. Звездная пыль на сапогах. И Павел знает тоже. Это место лечит и плед, не нажатый вовремя урок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве мой. Да, я стоп не знаю, я тиктокер. На рукаве пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Пожелай мне. Все слова знаешь, как вы несете. Уже как бы самое такое прошло. Первый танец еще. 4 минуты позора и все. Две. Две? Укоротили? Да. Как два пальца об асфальт. Опа! Раз, два, три, все. Четыре! На фату не наступи! На фату! Фата! Стоп! На фату! Ой. Было больно. Покрутись. Все. Кидай с моста. Выбрасывай. Это был твой последний шанс. Не раскрутили. Они там сильно. Мы заезжали. Мы вот долго думали, может вовнутрь заезжать. Рука трясется. Вовремя не похмелилась ассистентка? Да. Все. Так вот и бывает. От всего сердца. Гордо всего тебе того. Мы зря просто отпустили. Он навернулся. Может, там еще столы выкупать надо будет? Не оплатили счет. Но ничего. У Стасика есть лампочка, есть у нас колонка есть даже, кстати. Смотрите, просто. Так что так, тусуем. Да? Как бы праздник. Праздник продолжается. О! Все. А что интересно? Ну, реально было не так. Вилла Эва. Так все выглядит. Так, подборок. Из улицы. Так, вот у нас собрались все. Да, молодая. Остатки. Ну как все? Молодой в лес убежал. Все, может вернется, не вернется. Деньги закапывает. Закапывает деньги? Может быть. Трехлитровую банку там пихает. Или может с деньгами и все уже как бы. Ну что, и на письме вызывал. Куш уже билет в самолет покупает, типа он. Так его ждал такси уже, Uber подъехавший. Налетай. Aš moteris, man vis duokia moteriškai. O jums gal reikia dalykas? Ne. Pažiūrėsim. Yra mėsos. O. O. Ačiū. O to jau čia bus kartoklį? Ai, točne. Atsipšau. O, tokia virtuvė. O, nu atakai. Atėjama kontroliuoti valgą. Su jo.
O galima dar bulvį dėti, nes man bulvį dėti. Da, da. Нам не старшило, а то бы точно старшило. Короче, тут и супер, здесь и супер гурон. Павел, скажите ваше мнение про еду. Сколько поставить? Еда хорошая. Кто там у нас? 9 из 10. Кто там у нас кормил детей? Маэстро архитектор. Мерс. Вот что, первый шок из дабар, да? Ну, да. Все, как там? Если что-то будет плохо, то искирпсите. Как Роберта сказал, и сумонтосите. Испьяусим. Испьяусим. Испьяусим, и сумонтосите китай. Ну, как, посирошись в первом шоке? Не, ладно. Шоксим как-то. Ну, если что, мы испьяусим. Герай. Будем очень дикими. Испьяусим людитуюс. О, все, сухняли, наверное. Мурской тут, Эрик. Да я паша. Ты же стал зайцем. Если бы не камера, то и знаешь, что будет. Не, ну так ты же сразу словил. Да, да. Че, мол, митчиц? Вот так вот. Это такие значки, не поймешь. Чем я такой? Молодец. И говорит откровенно от сердца. Ты мое. Сердце чистого слова, Так ты сделай выдержку большую. У тебя это не линия будет, а полосы. Во, во, во. И сейчас такой на расстоянии поцелуйчик сделайте. Ну и как ты себя чувствуешь с женой? Хорошо. Хорошо, да? Если бы не светили в глаза, еще лучше. К другим девушкам советуешь сделать свадьбу и вообще жениться? Да. Ой, замуж уже. Да, советую. Хорошо. Слышал? Девушкам. Ну да. Жениться тоже. Ты бы у Роберта бы спросил, что он думает после этого. Не, он очень рад. Я так я имею в виду, что ты же... Он очень рад. Рад, да? Да, да. Ты за него так говоришь? Не, он говорил, когда лазил и смотрел. Да, типа... Да. Роберт думает, что он очень рад. Да. Хорошо. Нам тоже было приятно. Сейчас следующая веселье у нас... Станислава! Сомнительно. В 2047 году. Фотографировать будет? Он будет... Я? О, кстати, на этот Эрик, момент. Эрик, он же там фотографировал. Да, мы с Эриком. Мы это семейный бизнес. Вот. Все, спасибо.